Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область расширяет сотрудничество с Татарстаном. Об этом на рабочей встрече договорились губернатор нашего региона Александр Соколов и глава Республики Татарстан Рустам Миниханов. Уже сейчас товарооборот между регионами достигает 6 миллиардов рублей. Татарстан поставляет в Кировскую область грузовые автомобили, шины, нефтепродукты, синтетические каучуки, стекло, большой перечень пищевых продуктов. Из Кировской области в Татарстан везут лесоматериалы, силовые кабели, бетонные изделия, обувь и спецодежду. Руководители регионов договорились создать межрегиональную рабочую группу по дальнейшему развитию сотрудничества. Специалисты проработают вопросы партнерства в строительной сфере, дорожной отрасли, развитии транспорта, в том числе авиа, топливно-энергетического комплекса. Экономика. У кировских мастеров народных промыслов может появиться свой сайт. Речь об этом шла на совещании, которое провели депутаты ОЗС во время рабочей поездки в Нолинск. В районе есть ярмарка «Ремесленная слобода», где мастера декоративно-прикладного искусства могут реализовать свои изделия. Но таких локальных мероприятий мало, говорят мастера, нужна централизованная поддержка. Одним из ее направлений может стать создание портала, посвященного народным художественным промыслам Кировской области, который будет интегрирован с интернет-магазином. Также производителям посоветовали активнее заходить на маркетплейсы. Кроме того, на мероприятии обсудили закон, принятый депутатами ОЗС. Документ может стать основой для создания программы профобразования, которая позволит готовить новых мастеров. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Кто-то может не поверить, но выставлять цену товара, не зная его себестоимости, явление распространенное. Грамотное ценообразование – процесс трудоемкий, но никогда к нему подходит специалист. Руководитель компании «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук превращает абстракцию ценообразования в четкую схему. На первом шаге мы собираем все с вами косвенные расходы. Аренда, административные расходы, реклама, маркетинг, услуги связи. Вторым шагом мы с вами определяем количество ежемесячного рабочего времени организации. Третьим шагом – общее количество рабочих часов. На четвертом шаге – косвенные расходы делим на рабочие часы из шага 3. Пятым шагом – добавляем к расчетам себестоимость. Если вы еще не нашли своего специалиста, который увидит, где вы теряете деньги, предупредит риски и подскажет точки роста, звоните 213-112. Компания «Бухгалтер и я» 13 лет на кировском рынке бухгалтерских услуг. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».